приступай, кеширный ублюдок. О, боже. Мистер Фушон, что вы здесь делаете? Молчи, Рэндалл, и слушай. Не волнуйся, Рэндалл. Навострим ушки. Ты не сказал мистеру Ван Клиффу, что твои вчерашние посетители искали одну из наших жертв? Все уже улажено, мистер Фушон. Нет, не все, Рэндалл. Тот, на которого охотились на прошлой неделе. Как ты говоришь, его звали? Ну? Биндер. Дуглас Биндер. Мы не его выбирали, не так ли? Я не мог достать другого. Вы хотели ветерана войны, и я послал Биндера. У него было больше всех медалей. У него есть семья. Они его ищут. Прошу вас, я уже извинился. Мне очень жаль. Ты облажался. Облажался и сглупил, а теперь просишь прощения. Он сказал, у него никого нет. Я не знал, что у него есть родственники, честно. Ты совершил ошибку. Ты это имеешь в виду? И ты хочешь искупить свою вину? Да, сэр. У нас новый клиент. Он сам выберет игрока. В следующий раз пришлешь кого надо. Да, мистер Фуршон, клянусь вам. Думаю, мы поняли друг друга. Yes, no. Да или нет? Да. Да. Рэндалл. В следующий раз разрежу на части.